118. 118.30. 43.8. 44.0. 69. В те далекие послевоенные годы советские геодезисты создавали первую топографическую карту малодоступных районов Восточной Сибири. Задание было правительственное, срочное. Отсутствие точной карты тормозило ставшее в порядок дня освоение этих богатейших земель. Закончив полевые работы в центральной части Алданского Нагорья, наша экспедиция возвращалась на базу. Только несколько партий геодезистов еще продолжали наблюдение в районе хребта Становой. Прощай, суровый край. Наконец-то мы вырвались из твоего плена. Сколько раз, истоптав очередную пару сапог, глотая едкий дым костра, мы мечтали об ином тепле и проклинали в сердцах и твои бескрайние болота, и полчища комаров, и серое выцветшее небо. Ребят, начальника не видели? Да здесь где-то был. К наблюдателю пошел, кажется. А что, случилось что-нибудь? Самолетов не будет? Хуже. Что может быть хуже, когда домой идешь? Ну вот, опять загорать будем. Любань, налей чайку, а? А что там, прогноз, что ли? Начальника не видели? Нормально. Кто не слышал? Да вон, у костерка сидит. Ничего. Григорий Анисимович. Подожди минутку. Радиограмма срочная из штаба. На кольце Ямбуй бесследно исчез наблюдатель Владимир Ефименко. Поиски результатов не дали. Это уже второй случай исчезновения нашего работника на этом гольце. Весной пропал Сережа Петрик. Наблюдатели категорически отказываются заканчивать работы. Что делать? Плоткин. Пошел за дровами, накрыло туманом. Заблудился. Заблудился? Угу. Да там и заблудиться-то негде. Ямбуй, как маяк, отовсюду видать. Скорее всего, в зыбун попал. А я думаю, надоело ему все. Наплевал на расчет, к девчатам в жилуху подался. Постыдился бы. А что, не бывает, что ли? Да нет, на Володю не похоже. Павел! Завтра мы с тобой идем к гольцу Ямбуй. Что, назад? Да, назад. Да вы что, в самом деле ли шутите? Я со Светланой договорился, завтра она придет на аэродром встречать. Да нет, не шучу, какие уж тут шутки. 2 сентября 1949 года, штаб Плоткину. Иду с проводником и радистом район гольца Ямбуй на поиски пропавших.
приказываю всем подразделениям в районе Гольца принять меры безопасности и при любых обстоятельствах продолжать работы. Теперь до самой стоянки его не увидишь. Сколько километров пробежит за день, уму непостижимо. Ему что не бегать? Жена не ждет. Начальник, перекур надо делать. Видишь, какой медведь? Омолги! Эва Одянны! Омолги! Долды Калминова! Химат Харгиски тыккаль! Химат! Окальнюн Налера! Говорить не хочет. Шибко пугался. Заблудился, должно быть. Эвенг всегда след найдет. Не смотри, что он маленький. Мэтт! Мат-мат-мат. Мат-мат-мат-мат. Оне! Хутояй, овкал. Окал налатте. Оне! Иду бичос. Эва на ту в санчас. Ты куника нукта повденна. Сади нас. Сади нас. Туе? 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 За что ты его наказываешь? Стой, бище убегал. Эколмало-то тебя шибко боится. Он лучше еще не знает. Неужели русский такой страшный? А? Видишь, пугается. У тебя острый нос, птица похож. Ты биты, ты, эколмало-то. Глаз твой, как у оленя. Где он мог видеть такие люди? Пожалуй, верно. Иду командирась. Тар у реки ту командирок. Карка лучил иду. Начальники в подъезде. Орикол номер ватэ. Суруват муннун. Бададинга он синева. Мат. Мат, 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 мат. Ишь ты, шельмец. И не упадет. Они колхозные пастухи. Кочуют с оленями в горы. Нам вместе топтать след. Тогда поехали. Мот, мот, мот. Встреча с пастухами и венками – большая удача для нас. Замечательные охотники и следопыты, и венки, до революции их называли тунгусами, всегда считались лучшими проводниками по сибирской тайге. Вот кто мог бы оказать неоценимую помощь в наших поисках. Оня, боял нулгидеры, арчакал нумарватен. Если бы только удалось уговорить их пойти с нами. Перестань, Загри, хватит! Ко мне! Слушай, начальник,
меняться хочешь? Бери за своего кобеля половину нашей собаки. Корму для них много нужно. Они в тайге сами себе прокормят. Себя-то прокормят, а нас? Олени жирные будем давать передачу. Не стоит того, Загря. Он злой кобель, людей кусает, горе с ним не оберетесь. А что такой дурной? Хымат с руколедик. Куда тропу мнете? Пойдем к гольцу Ямбуй, знаешь такой? Ямбукай? Да. Разве ты не знаешь, Ямбукай место шибко плохое. Почему? Там люди пропали. Кто вам сказал об этом? Сама знаю. 3 года назад близко гольца девка потерялась. Без следа потерялась. А потом мужик. Шибко хороший охотник. Он пошел олень промышлять. Тоже пропал. Вы хорошо искали. Как искать? Без следа потерялись. Понягакал. Куда же могли деться люди? Как ты думаешь? Мой старик Карарвах говорит, будто там, возле горы, живет злой дух Харги. Ты веришь в духов? На свете много чего есть. Даже самый мудрый всего не знает. Может, я не стану верить. Если ты скажешь, куда могли деваться люди без следа пропасть? У нас тоже человек пропал. Лучший? Да, русский. Ой-ой-ой, видишь? Духа шибко гневается. Сколько людей брал, все мало. Маня. Лутя, садись, да как алло. Думаешь, мы жадные? Старику надо есть меньше, чтобы не скоро забрала смерть. Он болен? Ты как теленок глупый. Тебе надо знать. Если старика досыта кормить, он ленивым станет. Скоро пойдет к предкам. Карарвах лучше всех знает, где есть хорошее пастбище, как лечить оленей, где добыть зверя. Без него нам всем худо будет кочевать в тайге. Лучше половину стада потерять, чем Карарвах. Эва де Мардирос, биты? Гуни? Атакал. Почему она наказывает одного? Виноваты оба. Пусть и знает, пища сама в рот не ходит. А сейчас мать наказывает. Раз не может добыть себе еду, а потом тайга будет, она не пожалеет. Видишь, у него ушей нет. Пропадал голодный в тайге, отрезал их и съел. Остался жить. Ты бы догадался? Пожалуй, нет. Ума не приложу, что происходит на этом кольце. Одно ясное исчезновение наших ребят не случайность. Ты что, Долбыча? Люди говорят, напрасно идем одни на Ямбукай, начальник. Надо туда много людей ходить.
Ты что, тоже веришь, что там чумхарги? Харги мне плохо, ничего не сделал. А тот, кто забрал людей без следа, тот шибко хитрый. Чего мокнешь? Старика не пересидишь. Жду, хочу поговорить. Эй, напрасно ждешь. Он давно глухой. Без ушей язык заблудился. Что говорит, только нам понятно. Ланара, объясни мне, пожалуйста. Венки считались православными. И ты, и Карарбах, вероятно, крещенные. Почему же вы поклоняетесь не Христу, а духам? Кому нужен твой Христос? Он шибко далеко на небе. Он не знает горе людей. Вот в тайге духи живут. Они все знают, все видят. Ты не ходи на Ямбукай. Слышишь, духи сердятся. Штаб Плоткину. Помимо Петрика и Ефименко, в районе Гольца Ямбуй при тех же загадочных обстоятельствах исчезли два ивенка. Желательно отправить в мое распоряжение десятника Елизара Быкова из партии Цыбина с проводником-охотником, хорошо знающим район Гольца. Всем подразделениям оставаться на своих местах. Спасибо, принесли дровишек. Вчера последний полен сожгли. А ночью такая дура замела. Думали, вправду не откопаемся. Чтобы я еще раз пошел в поле, все, амба. Ну, это мы уже слышали. Ну как, Елизар, пойдешь на Ямбуй? А че? Раз Григорий Анисимович просит, да и рябчик в охоту пострелять. Тут есть одна загвоздка. Проводники все в разгоне, а остался один Илья. Я слыхал, ты с ним не в ладах, у вас что-то было на Джук-Джуре? Да, в общем, некрасивая история. Ну, а других проводников у тебя нет? Сам понимаешь. Ну, о чем тогда разговор? Ну, хорошо. Я останусь здесь за тебя и помогу Степану. Добро. Какие новости, Павел? Из штаба хорошие вести. Елизар вышел нам навстречу. Да, а старик-то этот вчера, кажется, медведя убил. Карарбах? Ага. Ну, он охотник куда с добром. Кук, амиган. Сенемун ачевым бар, ватин кундубе, урум кун халкачи. Нунган горало, ненедиган кымат, сурукан, сурукан. Кук! Амикан, бу сенемун ачевым бар, ватин кундубе, икыл мынава тая. Мы говорим. Амикан! Амикан, ты думаешь, мы тебя убили? Нет. Тебе убили другие люди. У него своя тропа. Он хромой. Догоняй его скорее. Ну-ну, скорее догоняй, а то он далеко уйдет. Медведь не должен догадаться, кто его убил. А то он будет мстить Карарбаху и нам покоя не даст. А ты делай, как мы. Кук! Ну какого дьявола ты здесь топчешься, косолапый? Убирайся, иди догоняй хромого. Ты правильно говоришь, как ивент.
чаун синого дебта. Синого дебча ты дагиль тагутыг гильчил, а кольвода вот и ржа. Ланара, что вчера произошло на охоте? Разве ты не видишь? Медведь и старика мало-мало царапал. Твой кабель помог. Спасибо ему. Дай нам загрю, а? На собак менять не хочешь? Бери трех самых сильных оленей. Соглашайся. Больше никто не даст. Нет, Ланара, без загри нам не найти товарищей. А вот если бы вы кочевали с нами и помогли нам, я бы отдал тебе загрю. Кто поверит в таком большом котле? Нет ума. Затурен, что ли? Самый худой человек не захочет идти к злому духу. Спасибо тебе, Ланара, за все. Пусть ваша тропа никогда не знает бед и встретится с нашей. Ты бы лучше мимо прошел. Чем теперь нам думать? Ты живой останешься или пропадешь без следа? Прямо гляди, вон ямбукай. Но. Григорий Никитович! Олеги, держись! Начальник! Командирин, проводник от Цыбина. Почему один? Начальник, мои люди потерял. Как потерял? Совсем. Кто с тобой был? Елизар, фамилию моя не знает. Елизар Быков? Быков. Он на Ямбуй ходил, назад нет. Сколько дней, как пропал Елизар? Да. Ты его искал? Ну, искал ты его? Может быть, ты знаешь, что случилось на кольце? Долбачи, спроси ты его. Может, он тебе скажет, что случилось на кольце? Надо ходить к нему на табор, там будем говорить, как что. Где твой табор? Откуда ушел Елизар? Ну? Тут за Марью.
Пошли туда, покажешь дорогу. А я туда не ходи. То есть как? То есть как это не ходи? Бери! Бери, олень! Бери меня! Бери все! И я на МБУ один шаг не ходи! Ты смотри, шутить с тобой никто не будет. Трогай долбочи. Мот, мот, мот. Связку Ильи я сам возьму. Мот, мот, мот. Тут Елизар не мог. Негде. Да и погода все время была хорошая. Григорий Ильич, поглядите. Вижу. Свяжись со штабом и выясни все насчет этого каюра. Пойду к Гольцу. Может, перехвачу след Елизара. Да куда же вы пойдете? Место здесь какое-то проклятущее. Завтра вместе пойдем. А если Елизар ногу сломал и барахтается где-нибудь в болоте? Долбочи. Ты дай оленям отдохнуть и отправляйся к Цыбину. Очень прошу тебя. Я сам вижу, что надо быстрее людей сюда тащить, а Елизара искать. Когда ушел Елизар из табора? Утром или вечером ушел Елизар? Может быть, он собирался к озеру на охоту? Может быть, ты слышал что-нибудь? Выстрелы? Крик? Отвечаешь же ты. На Ямбу и ходи назад нету. Это я уже слышал. Павел, передай Плоткину, чтобы завтра прислал самолет пораньше. Надо осмотреть окрестности. Вперед, Загря! Вперед! Ничего.
Загря. Беда стряслась, Загря. Ты что же, человека не боишься или нюх потерял? А может быть, ты шатун? Тебе пора берлогу делать и спать ложиться. А ты жира не нагулял, вот и шатаешься. На любую добычу кинуться готов. Выверни. Ну, выверни бревнышко, что тебе стоит. Уж тогда мы с тобой поговорим. Серьезные намерения. Где Елизар? Где Елизар? Нет, ты будешь говорить. Ты мне все расскажешь. Что ты сделал с Елизаром? Что ты сделал с Елизаром? Отвечай, Перестань, Павел! Погодите, Илья Ильич! Опомнись. Вот, радиограмма. Прочтите. По непроверенным сведениям. Чего там непроверенным? Типичный вредитель. Весной на одну из вершин Джукджурского хребта отправились техник Елизар Быков, рабочий и каюр Илья. По пути им надо было перейти речку. Проводник потребовал сделать переправу. Лес пришлось таскать на плечах более чем за километр через кочковатую марь. Когда переправа была почти готова, Илья перевел животных вброд. Быков не сдержался, ударил каюра. Хорошо помни, мы с тобой еще тайга ходить будем, будто бы пригрозил ему каюр. С тех пор они никогда не ходили вместе. Это правда? Вода спала, перевел. Елизара моя не трогал. Тогда где же он? Не знаю. Алло, Бор! Бор! Даю настройку. Один, два, три, четыре,
5, 5, 4, 3, 2, 1. Как слышите? Как слышите меня? Прием. Видимость хорошая. Хорошая видимость. Никаких признаков присутствия человека. Вас понял. Алло, Борт, покрутитесь еще с полчаса над кольцом, чтобы Елизар успел развести костер, если он вас видит. Понял? Если Елизар сломал ногу и лежит где-то здесь, на россыпи, он бы ответил выстрелом. Без ружья Елизар не ходил. Здесь кто-то недавно был. Посмотри-ка, дымокур под камнем. Окурок. Еще один. Но ведь Елизар не курил? Никогда. Газета на ивенкийском языке. Значит, здесь был Илья. Жуткая крутизна. Слышите, как гудит? Если сбросить человека. Григорий Анисимович, подите-ка сюда. Это винтовки. А шейка обрезана под бердану. Такие патроны я видел у Ильи. Значит, и окурки его. Значит, Ир. Сюда они поднялись вместе. Здесь Илья убил Елизара и сбросил труп вниз. Расчет прост. На дне ущелья его похоронит осыпь. Попробуй найди. Все-таки какой смысл был Илье посылать нас сюда? Да он был уверен, что мы не найдем труп. Убийца. Вернемся в лагерь. Я возьму его за глотку. Как миленький признается. За дровами ходить точно на север, километра 2. Вода у подножья в роднике, азимут 15. Идти по зарубкам. Пойдем-ка к воде. Там и чайку попьем, пора подкрепиться. Что за чудо? Это наш котелок. Такие в тайге не бросают. Ну-ка посмотри, вот здесь не буква.
да? П. Сергея Петрика котелок. Зачем бы ему быть на дереве? Следы только звериные. Гижин сводит. Смотрите, вон туда. Вон, тихо, Загря. Чуть повыше ельника. Видите черное пятно? Он шевелится. Так это же мой вчерашний шатун, будь он проклят. Узнали? Еще бы. Здоровущий, такому ничего не стоит разломать ловушку. У вас теперь есть возможность с ним рассчитаться. Дай взглянуть. Пожалуй, ты прав. Лучше это сделать сейчас, чем потом с ним встретиться где-нибудь в кустарнике. Что-то чует. Вот досада. Теперь уйдет. Ему не до нас. Здесь так шуют, на них охотятся. Вам надо подняться вон тому камню, и там уж вы его наверняка без осечки уложите. А ты спускайся в лощину. Если медведь учует меня раньше, чем я успею у него выстрелить, он пойдет на тебя. Тут уж смотри, не обмешусь. Возьми на всякий случай Загрю. Вот и встретились. С полем тебя, дружище. Убить шатуна не шутейное дело, встань. Можно и вправду подумать, что я один герой. Чья пуля остановила зверя, тому и честь. Того и поздравляют с полем. Понял? Ну, вот вам и Илья. Догадался, стервец, ушел. Я оленю увел. Одного хромого нам оставил. Теперь ищи ветра в поле. Камнепад в ущелье. Совсем завалит Елизара. Если труп Елизара где-то здесь, как думает Павел, Загрева и под камнями учует. Ну что же случилось с остальными? Ефименко мог нарваться на шатуна. Нет свирепей зверя, чем медведь, не залегший в берлогу. Тут пощады не жди, один выстрел может решить, кто останется в живых, человек или зверь. Но ведь Петрик пропал весной. Весной шатунов не бывает, они погибают от голода. Попал в зыбун. Заблудился. Все может быть. Десятки опасностей подстерегают в тайге нас, пришедших из другого мира, и каждая может стать причиной гибели. Но и венки, они тут дома. И почему все несчастья случаются на этом гольце? Никаких следов. Все это нам с тобой померещилось. Вот, куропатку убил.
А у тебя? Олени нашлись. Стояли у брода через реканду. Ты вроде бы и не рад. Совсем все запуталось. Не знаю, что и думать. Вот что странно. Петрика долго искали весной. Почему же никто не заметил котелка на дереве? Ищи, Загреб. Ищи. Сегодня надо пройти тропу до конца. Пусти. Пусти. Сорок третий. Ты не знаешь, у кого из наших были такие сапоги? Елизар! Светлые волосы. Значит, Ефименко. Сорок третий. И рисунок подошвы тот же. Ефименко шел по тропе за водой. Как же он попал сюда? Его тащили? След медведя. Но он же в другую сторону шел. Посмотри, как глубоко вдавлены пятки задних лап. Он тащил Ефименко волоком, пятясь задом. Откуда он взял его? Вероятно, нашел труп и поступил, как с любой другой добычей. Оттянул в сторону и спрятал под валежником. Медведь любит мясо с тушком. Ефименко убили здесь, на тропе. Но с какой целью? Какие при нем могли быть ценности? Документы. Не торопись. Может, он ранил медведя, перезарядил, а выстрелить не успел. Ствол чистый. Выстрела вообще не было. Значит, не медведь. Не иначе тут банда беглых живет. Почему же они не взяли ружье? А зачем лишние улики? Они не хотят обнаружить свое присутствие. Убивают свидетелей и забирают документы. Ты что? Черт. Все время кажется, что на меня кто-то смотрит. Давай убираться отсюда по добру, по здорову. Придут наши, тогда разберемся. Сними чайник. Кремишь на всю тайгу. Как же вы искали Ефименко? Он был убит почти на тропе. Григорий Анисимович, мы не думали его искать на склоне. Тем более убитого. Мы считали, что он заблудился в болотах. Кто же мог убить?
Похоже, кто-то скрывается на гольце. А Елизар тоже убит? Вероятно. Трупа мы пока не нашли. Илья, пойди-ка сюда. Хорошо, что ты вернулся, Илья. Все люди сюда пришел, моя с ними. Вчера на гольце мы нашли твою гильзу от Берданы и окурок. Ты был там? Моя на Эмбой не был. А кто был? Елизар. Елизар не курил! Сядь, Павел. Он потерял на комарник, брал у меня махорку. Мошку отгонять. И гильзу я давал. Он Рябчиков свистел, подманивал. Да врет он все. Слушайте вы его. Моя худо, Елизар, не делай. Не делай худо. Понимаешь? Ну и дела, будь они прокляты. Чего ты орешь, как сумасшедший? Лучше чай грей. Дорога-то длинная была. А где начальник? Григорий Анисимович. Полагай новости, начальник. Амикан твои люди кушал. Людоед? Медведь-людоед. Во-во-во. Алхомские пастухи сказал. На Ямбухае, людоед. А ты уверена, Ланара, что альгоминские не ошиблись? Ведь до сих пор никто никогда не слышал о медведе-людоеде. Раньше не было, а теперь есть. Карарбах никогда не погнал бы оленей, если бы не верил, что людей съел медведь. Старик боялся, что он и тебя съест. Постой-ка, а ведь он и за мной охотился. Я подумал, что шатун. Нет, не шатун, шибко плохой зверь. Постоянно людей кушает, он и тебя ловил. Ловил, да не поймал. А вчера мы его с Павлом прикончили. Ну и ну, кто бы мог подумать. Штаб Лоткину. Выяснилось, в районе Гольца долгое время свирепствовал медведь-людоед. Медведь был убит радистом Павлом Сергеевым. Может, не надо? Неудобно как? Ну, вычеркни. А давайте оставим. Светлане приятно будет. Ну, оставим. Диган, а я диган. Сома, а я. Коллега, детина. Лючи. Карарбаха спрятать надо. Как спрятать? Обманывать харги. Он сам хочет смотреть медведь, который ты убил. Он думает, это другой не людоед. Нет, ошибиться я не мог. Это мой 21-й медведь. А потом, ты же знаешь, два больших амикана в одном месте не живут. Человек не может все знать. Надо делать, как говорит старик. Ну, хорошо. Я отведу Карарбаха к убитому зверю.
Но пусть он сначала нам поможет найти Елизара. Ему какая одежда нужна? Все равно, что дашь, лишь бы был похож на лучший. Ну, какие планы на сегодня? Будем наблюдать. Скоро завьюжит. Последние денечки. Вдвоем справитесь? Да, пойду со Степаном. Остальных берите на поиски. Оружие передай ребятам, оно тебе на пункте не нужно. Хорошо. Подъем! А зря на медведя все валит. Медведь ведь он трус. Здесь, может, в этих болотах какие допотопные чудища жируют. Хрустнешь, как орешек, Степа, и поминай тебя, раба Божьего. С меня-то что взять? Я набегался в тайге, пропитался табаком. Никакая зверюга близко не подойдет. А вот над тобой, Федя, потешатся. От повара завсегда маслами пахнет. В раз пикнуть не успеешь. Ты что? Масло. Федор, да отпусти, ты что, обалдел, что ли? Опусти, уронишь ли? Федя! Ой, Лутя, ой, Лутя, Лутя, ой, Лутя, Лутя. Ой, Лутя, Лутя, Лутя. Калгата, мандуя, мандима. Не вижу. Нет видимости, придется ждать до вечера. Ждать не лес валить. Что случилось, Степан? Где Цыпин? Степа, ты что, не слышишь меня? Где Цыпин? Что с тобой? Где Цыпин? Степан, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Ну, отвечаешь, а? Где Цыпин? Медведь. Цыпин где? Григорий Анисимович, ну был бы медведь как медведь, то страшилище какое-то. Я бросился к пирамиде, а она, дьявол, скользкая. Успел схватиться за крестовину, а он тут как тут. Схватил меня за ногу и давай стаскивать. Если б не закрест, тащил бы, подлец, обязательно стащил. Живой, Рыжик. За малым не съел, Станюка. А ты бы плюнул ему в глаза? А я и плюнул. Вот он около меня и задержался. Не то б тобой побаловался, ну и работенка у нас, будь она проклята. Как он вывернулся, черт его знает, прет на нас махом. Я сразу понял, людоед.
А мировой рекорд не установил по прыжкам? Да, не скрою, старался изо всех сил. А вот говорили, с людоедом покончено. Покончено. Выходит, другого убили. Вы уж простите меня, ребята. Так, а может, они тут все людоеды? Медосмотра же им не было. И правда. Как быстро этот глухой, неразговорчивый старик подчинил меня себе. Я иду за ним, как ребенок, вверив ему свою судьбу. Недаром пословица говорит: мать дает человеку жизнь, а годы – опыт. Наши ребята ходили по этой тропе за водой. Пустой котелок звенел. Людоед бежал на звук и устраивал засаду. Вот что, наверное, хочет мне рассказать Карарбах. Загря. Ну, напугал мерзавец. Ну. Я остаюсь караулить Елизара. Я остаюсь здесь. Ты иди.
гад! В лагерь. Понял? Не спать. Не спать. Сон – это смерть. Не спать. Не спать. Для встречи с Елизаром, да вот как встретились. Помянем.
Да, задал нам задачку этот медведь. Боюсь, не успеем отнаблюдать. Не успеете, будете наблюдать по снегу. Нам не простят, если мы не закончим карту в этом году. Григорий Анисимович, разрешите пойти на горец всем отрядом. Нас много, медведь не посмеет напасть. А вы уверены? Потом мы в тайге не одни. Людоеда нельзя оставлять на гольце. А что вы предлагаете? Попробую еще раз попытать счастье. Можно я пойду с вами? Нет. Амикан дурбана лепхи. Когда два люди ходят вместе, говорит, Амикан их боится. Вдвоем его не убить. Экажан. Еще слушай. Надо ходить с котелком. Хорошо. Амикан ловит людей справа вот это место. Хорошо, говорит, помни. А откуда он знает? Спроси его. Иду к сейчас. Это он. Ты как сова, говорит. У тебя глаза есть, а не видишь. Надо хорошо следы смотреть. У Амикана левая нога кривая. Он не может быстро бегать. Охотится только с крадом. Значит, вы все-таки решили идти? Да. И вы считаете, что имеете право рисковать собой? А почему вы не хотите вызвать парашютистов, охотников и устроить облаву на зверя? Потому что у меня нет времени. Не сегодня-завтра ударит мороз. Медведь уйдет в тайгу делать берлогу, а там его из дивизии не разыщешь. А весной новые жертвы. Так что или у меня нет иного выхода. Отвечать все равно за все буду я один. Ты что делаешь? Что это у тебя за раствор? Не мешай. Он правильно делает. Его отец хороший лекарь был. Илью мало-мало учил. А теперь слушай, что-то я тебе скажу. У ивенков нет закона, чтобы бросить людей в беде. Лучше принять гнев духов. Старый пойдет с тобой. Он найдет тебе медведя. Однако он не будет стрелять. Харги хорошо знает его бердану. Если Амикан увидит его, он подумает, что другой зверь хочет отнять у него добычу и быстрее набросится на тебя. Потом помни, если Карарбах тебе поможет, тогда Загра будет мой. Ты сам так сказал. Хорошо, я согласен. Загра. Загра. Хороший собак. Хороший. Зачем я иду? Кому нужен этот поединок? Для медведя заросли слоника его дом. Я здесь чужой.
Мы не на равных. Но только дай овладеть собой страху. Отступи. Уже никогда не заставишь себя пойти навстречу опасности. Никогда. А здорово получилось, черт возьми. Загря где? Загря! Загря! Сейчас. Неужели ушел? Уйдет, не достанет. Thank you.
23 сентября 49 года, штаб Плоткину. Цыбин приступил к наблюдениям на пункте Ямбуй. Есть уверенность, что все полевые работы, необходимые для создания карты, будут закончены в этом году. Прощай, Нагорье, мы уходим, но не все. Спят вечным сном наши товарищи-геодезисты на Селиткане, под гольцами Сага и Ямбуй, на твоих безымянных холмах Нагорье. Это жертвы, которые мы приносим грозной природе за право первыми нарушить ее покой, пройти и измерить доселе неведомые и немеренные пространства. Скоро сюда придут другие геологи, ботаники, изыскатели и строители дорог. До свидания. До свидания. У них в руках будет наша карта и наш опыт. Ну, может, еще и встретимся. До свидания, Ланара. До свидания. Твоя мать счастливая. Ты как далеко ушел. А свои стоимости не забываешь. У нас останется от тебя Загар. Так получилось, Загар. Прости. Восемнадцать тридцать сорок три восемь сорок четыре ноль шесть девять. Thank you.
те далекие послевоенные годы советские геодезисты создавали первую топографическую карту малодоступных районов Восточной Сибири. Задание было правительственное, срочное. Отсутствие точной карты тормозило ставшее в порядок дня освоение этих богатейших земель. Закончив полевые работы в центральной части Алданского Нагорья, наша экспедиция возвращалась на базу. Только несколько партий геодезистов еще продолжали наблюдение в районе хребта Становой. Прощай, суровый край. Наконец-то мы вырвались из твоего плена. Сколько раз, истоптав очередную пару сапог, глотая едкий дым костра, мы мечтали об ином тепле и проклинали в сердцах и твои бескрайние болота, и полчища комаров, и серое выцветшее небо. Ребят, начальника не видели? Да здесь где-то был. К наблюдателю пошел, кажется. А что, случилось что-нибудь? Самолетов не будет? Хуже. Что может быть хуже, когда домой идешь? Ну вот, опять загорать будем. Любань, налей чайку, а? А что там, прогнул, что ли? Что-то начальника не видели? Нормально. Кто не слышал? Да вон, у костерка сидит. Ничего, ничего. Нет. Григорий Анисимович. Подожди минутку. Радиограмма срочная из штаба. На кольце Ямбуй бесследно исчез наблюдатель Владимир Ефименко. Поиски результатов не дали. Это уже второй случай исчезновения нашего работника на этом кольце. Весной пропал Сережа Петрик. Наблюдатели категорически отказываются заканчивать работы. Что делать? Плоткин. Пошел за дровами, накрыло туманом. Заблудился. Заблудился? Угу. Да там и заблудиться-то негде. Ямбуй, как маяк, отовсюду видать. Скорее всего, в зыбун попал. А я думаю, надоело ему все. Наплевал на расчет, к девчатам в жилуху подался. Постыдился бы. А что, не бывает, что ли? Да нет, на Володю не похоже. Павел! Завтра мы с тобой идем к кольцу Ямбуй. Что, назад? Да, назад. Да вы что, в самом деле ли, шутите? Я со Светланой договорился, завтра она придет на аэродром встречать. Да нет, не шучу, какие уж тут шутки. 2 сентября 1949 года, штаб Плоткину. Иду с проводником и радистом в район кольца Ямбуй на поиски пропавших. Приказываю всем подразделениям в районе кольца принять меры безопасности и при любых обстоятельствах продолжать работы. Теперь до самой стоянки его не увидишь. Сколько километров пробежит за день, уму непостижимо. Ему что не бегать? Жена не ждет. Батадинга он синева. Мат, 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 мат.
Ишь ты, шельмец, и не упадет. Они колхозные пастухи, кочуют с оленями в горы. Нам вместе топтать след. Тогда поехали. Мот, мот, мот. Встреча с пастухами и венками — большая удача для нас. Замечательные охотники и следопыты, и венки, до революции их называли тунгусами, всегда считались лучшими проводниками по сибирской тайге. Вот кто мог бы оказать неоценимую помощь в наших поисках. Оня, боял нулгидеры, арчекал нумарватен. Если бы только удалось уговорить их пойти с нами. Перестань, Загри, хватит! Ко мне! Слушай, начальник, меняться хочешь? Бери за своего кобеля половину нашей собаки. Корму для них много нужно. Они в тайге сами себе прокормят. Себя-то прокормят, а нас? Олени жирные будем давать передачу. Не стоит того, Загри. Он злой кобель, людей кусает, горе с ним не оберетесь. А что такой дурной? Хымат с руколедик. Куда тропу мнете? Пойдем к гольцу Ямбуй, знаешь такой? Ямбукай? Да. Разве ты не знаешь? Ямбукай место шибко плохое. Почему? Там люди пропали. Кто вам сказал об этом? Сама знаю. 3 года назад близко гольца девка потеряла. Олень шибко варился, начальник. Перекур надо делать. Медведь, ей-богу, медведь. Видишь, какой медведь? Омолги! Эва одянны! Омолги! Долды калминова! Химат харгиски тыккаль! Химат! Окальнюн галера! Говорить не хочет, шибко пугался. Заблудился, должно быть. Эвенг всегда след найдет, не смотри, что он маленький. Мэтт! Мат-мат-мат. Мат-мат-мат-мат. Оне! Хутояй, овкал. Овкал налат-то. Оне! Иду бичас. Эва на ту в санчас. Ты куника нук-то повденна. Сади нас. Сади нас. Туе? 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 За что ты его наказываешь? Стой, бище убегал. Эколуала-то тебя шибко боится. Он лучше еще не знает. Неужели русский такой страшный? А? Видишь, пугается. У тебя острый нос, птица похож. Ты убитый, ты. Эколуала-то. Глаз твой, как у оленя. Где он мог видеть такие люди? Пожалуй, верно.